Вау, мы обогнали бандита, ребят. О, через свинью. Мы прыгнули через свинью, ребят, вы видели? Так. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, и сегодня мы будем играть вот в такую вот замечательную игру под названием Грэмми Смит. Так, ну что ж, дорогие подписчики, как вы и просили, для вас я снял это видео, потому что вы давно уже просили, чтобы я поиграл в эту игру, вот сегодня мы, собственно, и начнем. Так, ну что ж, сидела у нас бабушка с яблоками, сидела, и воришка, оказывается, забрал ее яблоки, да? И нам нужно опередить воришку, вот. Чтобы догнать, все понял, чтобы догнать яблоки, погнали, вау, ребята, посмотрите, вот это бабуля, бабуля, куда ж ты так спешишь-то, а? Ого, отличненько, мы первые забрали яблоко у вора, так, что у нас, бассейн, прыжок, прыжок, сальто, вот это бабуля умеет, ребятки, да, бабушка, куда ж ты так гонишь, вау, да что ж ты будешь делать, посмотрите, вот это да. Это ж надо бабушка такая. Посмотрите, как бабушка умеет кататься на роликах, ребят. Я так не умею кататься, а бабушка... Ой, упали, упали немножко, ну ничего. Мы продолжаем, продолжаем, продолжаем. Вау, вау, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Провалились даже через крышу. Бабуля, погнали дальше, ничего страшного. Поехали, 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 поехали. Вау, сальто, сальто, сальто. Ой-ой-ой-ой, ребята, хоть бы не в бассейн. О, отличненько, яблочко собрали. И приехали. Отлично. Раз, два, три. Отлично, ребятки. Мы три яблочка, собственно, с вами собрали. Это просто супер. Это просто отлично. Так что... Так, это нам повтор теперь показывают, да. Ну, пропустим повтор. Мы смотреть, естественно, его не будем. И перейдем ко второму уровню с вами. Ну что ж, дорогие друзья, погнали. Прокатимся. Вау. Ого, ребята, посмотрите. Она на своей палочке едет. Вот это прикольно, а. Ого, ой-ой-ой-ой, бабуля, аккуратно. Куда ж ты гонишь так, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бабуля, вау. Ух, ребятки, вот это высота, вот это да. Реально, так не каждый сможет, как бабуля. Посмотрите, какие она сальто делает. Вот это да, это же надо уметь еще так. Это круто. Реально, прикольная игра, ребят. Как вы и говорили, заинтересовала меня реально с первого этого. Ой-ой-ой-ой. Все, яблочко собрали. Круто. И приехали. Так, ну что ж, все три яблочка собрали мы. Отличненько, ребятки. Мы собрали все три яблока, круто. И воришка приехал позже, чем мы. Так, ну что ж. Теперь давайте перейдем. Собственно, у нас третий уровень здесь открылся. Мы с вами можем уже перейти. Вай-вай-вай-вай-вай, высота какая. Ого, вот это да. Ого. Двойное сальто, бабуля. Ого, бабуля, давай-давай-давай. Вот это бабуля умеет. Ребята, забрал вор яблоко у меня первее, чем я. Мы его обогнали только сейчас. Ой-ой-ой, бабуля, аккуратно. Вот это да. Тихо-тихо-тихо. Вот так, отлично. Вау, баба. Так, бабуля, цепляйся, цепляйся. Ох, хорошо. Хорошо, замечательно. Вот так вот, смотрите, как она умеет, ребята. Бабуля еще может показать, на что она способна. Ой, не достали мы до яблочка, ребята, совсем чуть-чуть. Ну ничего, заработали только одно яблочко, потому что ко второму не достали, а бандит, собственно, третье. Так, давайте перейдем к следующему уровню. Вау, ребята, вау, сальто, посмотрите, двойное или тройное, я уже не знаю. Вау, отлично. Ой-ой-ой, ух, ребята, вот это да. Посмотрите, где мы с вами. Ох, отлично, ребята. Ой, по ступенькам, по ступенькам, по ступенькам. Бабуля, свиньи, свиньи. Ребята, чуть к свиньям. Ой, растерял все монеты, упал на спину. Бабуля, спинка, спинка, давай. Сальто через свиней, отлично. Поросята, поросята, уйдите. Дайте бабушке проехать. Да что ж ты будешь делать, бабушка по огородам. Через тыквы едет, через теплицы какие-то. Кому-то я на усадьбу здесь уже прислонился. Ну что ж, ребята. Ой, двойное сальто не получилось. Мы растеряли все монеты. Собственно, здесь тоже у нас, наверное, ничего не получится, и мы упали, ребятки. Ну что ж, нам предлагают проехать с чекпоинта. И давайте попробуем. Или сначала уровня, наверное, не с чекпоинта, ребята. Да. Реально, аж с самого начала уровня. Я думал, с чекпоинта, а нам аж с начала уровня надо ехать. Посмотрите.
два яблочка мы собрали с вами. Осталось одно. Давайте через свиней, сальто. Погнали. Тихонько, бабуля. Давай, давай, давай. Отлично. Бабуля пока отлично едет, показывает все показатели в норме. Давай через тыквы, через огороды, быстрее. Давай, поехали, поехали, поехали. Опа, 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 опа. О, пошел, 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 пошел. Давай, бабуля. Ох, отлично. И на финиш бабуля приехала и собрала все яблочки. Просто замечательно, ребят, не правда ли? Вот это круто, вот это я понимаю. Так, что у нас дальше здесь? Это повтор, как мы ехали. А дальше у нас открылся еще один уровень. Круто, давайте перейдем к нему. Так, 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 погнали. Так, бабуля, ну покажи, как ты умеешь ездить. Вау! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Посмотрите, как она... Вот эта высота реально, и не боится же. Бабушка, как тебе не страшно? Я молодой парень, боюсь, а ты не боишься? Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, мы... Надо было нам повеситься на... Мы не смогли. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Давай, 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 давай. Обгоняй этого воришку, обгони, обгони, обгони. О, яблочко он забрал, Маша. Это не есть, конечно, хорошо, но тем не менее... Продолжаем нашу замечательную игру. Ох, сено, отличненько. О, по проводам даже бабушка умеет ездить, ребят, вы видели? Вот это круто, а? О, мышка собачья, надо было перескакивать. Ой, провод, ребята. Провод и финиш, отлично. Так, уровень пройден, заработали 33 доллара или 33 монетки, как у нас там правильно говорится, дорогие друзья. Ну что ж, ребятки, погнали на следующий уровень. Так, бабуля, готова? Вау, бабуля, давай. Вот это да, вот это бабулька чудит. Поехали, поехали. Так, прыжок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, бабуля разбилась. Да что ж ты будешь делать? Погнали заново, быстрее, бабуля, воришка уже нас обогнал. Давай, сальтуху. Отлично, отлично, давай, бабуля, давай, 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 прыжок. И цепляйся, цепляйся, цепляйся. О, хорошо. Молодец. Все, бабуля. Отлично. Отлично, бабуля собрала яблочко одно. Есть. Вау. Фух, ребята, вы видели, еле-еле зацепился. Чуть не проиграл. Мог бы проиграть таким образом. Ого, ребята. Вот это бабуля дает, а. Я бы так не смог никогда в жизни. Вау, вот это трюки. Вот это я понимаю игра. Вот эта игра мне нравится, ребят. Разговоров нет, да, вот это круто. Вау, все стрелялки отдыхают. Посмотрите, как здесь можно делать всякие штучки. Все, ребятки, все три яблочка мы собрали. Замечательно просто. И мы переходим к следующему уровню с вами. Так, ну что, давайте посмотрим, что у нас здесь. Ну что, погнали, бабуля. Вау. Поехали, поехали, поехали. О, да что ж ты будешь делать-то? Я что-то ничего не понял, конечно. Я ничего не понял. Давайте заново переиграем, потому что я чуть-чуть неправильно сделал. Вау. Раз, два. Ага, и теперь надо делать сальто. Ой, только у меня... Что-то не получилось. Давай, ладненько, поедем. Ой-ой-ой, ребята, посмотрите, бочки, бочки. Бабуля с бочками вместе едет. Яблоко, конечно, мы не собрали из-за того, что чувак его забрал раньше меня. Так, а ну, бочка, уйди с моей дороги. Надоело мне. Вау, ребятки. Вау, помогите. Вот это дает, вот это бабуля, а? Вы видели, ребят, реально круто. Давай сальтуху, вау, вау, да что ж такое, а? Поехали, 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 бабушка. Ой-ой-ой, ударилось, ну ничего. Тем не менее, мы продолжаем нашу гонку и замечательно через огород, давай прыгай. И финиш, отлично. Так, ну что ж, погнали, ребятки, следующий уровень у нас. Погнали, что здесь у нас? Вау, 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 ребята, а вы видели, какие сальто мы умеем делать? Это вам не шуточки. Воу, воу.
Ого, ребята, нам надо видеть, с какими интервалами было прыгать. Для того, чтобы перепрыгнуть. Аккуратно, орех, бабуля. Лобешник свой не забей. Вау, ого. Вот это виражи, ребята. Круто, вот это да. Вы посмотрите, что делает. Вы посмотрите, что бабуля делает. Ай, пропустили яблочко. Вау. Но ничего, тем не менее, мы продолжаем езду, дорогие друзья. Едем, едем, едем через дом, проезжаем, проезжаем, проезжаем. И финиш. Отлично, ребятки. Так, ну что ж, давайте следующий уровень. Погнали. Вау, высота крутецкая просто. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то неправильно, немножко мы неправильно. Где-то неправильно. Но ничего, мы все-таки едем, ребятки. А если едем, значит все правильно. Ой-ой-ой-ой-ой, упала бабушка. Ничего, погнали дальше. Вставай, бабуля, бабуля не отчаивается. Ой, вот это уже не получилось. Нет, давайте заново, вот, поехали. Ой, подождите, ребят, не успели схватиться, реально. О, отлично, мы еще яблоко взяли. О, вот так вот я хотел, вот так вот я и хотел. Видите, о, второе яблочко берем. Отлично, через пещеры мы проезжаем сальтуху и попадаем. Опа, вообще круто. Я думал, я не попаду. Вау, вообще, смотрите. Ой-ой-ой. Вообще просто замечательно, ребят. Даже через огород пролетели. Вы видели? Вообще круто, реально. Вообще просто круто. Отличненько прошли с вами этот уровень с легкостью. Продолжаем следующий. Так, нам тут что-то предлагают, ребята. Наверное, поделиться с друзьями в интернете своим рейтингом, но мы пока что не будем. Так, ребята, здесь вот, смотрите, мы можем выбрать либо свиньи, либо огород, либо какой-то это. Давайте на огород пойдем, к свиньям, посмотрим, что там. Поросята, ждите нас. Вау, сальтуха, 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 отлично. Сальтуха, 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 ой-ой-ой, да что ж ты будешь делать? Поросята, уйдите, уйдите, поросенки, дайте мне пройти, да что ж ты будешь делать, а? Давай, бабуля, погнали, погнали, погнали. В сено, в сено. О, мы прыгнули в сено. Через огород. Отлично, следующий. Через трактор. Пошел, 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 пошел. Опять провода идут. Вау, мы обогнали бандита, ребят. О, через свинью. Мы прыгнули через свинью, ребят, вы видели? Так, ну что ж, ребятки, прошли мы с вами этот уровень, и отличненько все продолжается. Так, ребятки, а я вам хочу сказать, что эта часть на канале Вечное Детство подошла к концу. С вами был, как всегда, Юра. Вы были на канале Вечное Детство. Подпишитесь обязательно на мой канал, поставьте пальчик вверх и оставьте комментарий. И также не забываем ставить колокольчики. А мы встретимся в следующем выпуске и будем продолжать играть в эту замечательную игру, ребятки. Пока-пока.